О, май винда теперь 11-я. Нифига себе. И кстати, подписчики, вам повезло. Ирина не озвучивает ошибки, она свободна. Я выжил, хоть мне и перерезали горло. Меня вылечили от сильного кровотечения. Ура! Привет. О, привет, моя ошибочка. Как я соскучился по тебе. Раз ты вернулся, то будешь блинчики. Круто. Давай. Ном-ном-ном. Вкусно, но что-то не так внутри блинов. Так. Стоп. А почему тут что-то синее? Ой. Я понял, что это. Ва-ва-ни. Длинная ошибка. Ничего удивительного. Ваш голос изменен на детский. Что? Эй, почему у меня детский голос? А, точно, у меня винда его заменила. Ну ладно, поживу с этим немного. А ну-ка заканчивай играть. Да что ж такое? Почему такая несправедливость? Что я сделал тебе? Ошибка. Игры, блин, удалили. Переустановлю потом. Ваш голос изменен на нормальный. Ура! Объявление мощного компьютера. Характеристики. Intel Core i5-10 400 ГБ H410 MS2 H в 3 MD GeForce GTX 1650 16 ГБ AZU SSD 256 ГБ жесткий диск 2 ТБ. Потянет CSGO в 200-300 FPS, ПАК в 150-200 FPS, Киберпанк в 100-150 FPS, Ведьмак 3 в 150 FPS. Проверено мной. Подходит для стримов, общения, учебы и для много всего. Цена 60 355 рублей. Вы согласны на данную покупку этого компьютера? Что? Это что за мощные хараки и цена такая? Я не согласен, но у меня нет выбора. Хотя погодите. Alt плюс F4. Эй, почему не работает? Ну капец. Придется покупать. Псаот. Что обуя? После перезагрузки все игры были установлены заново. Давай так. Если тебе выпадает нож, то у тебя дома произойдет взрыв. Окей. Все равно говно выпадет. Ой. Стоп. Буя. Иди уроки учи, ленивец. Ты кто такая, чтобы мне указывать делать уроки? Во-первых, сейчас лето, во-вторых, вы можете отдыхать, в-третьих, я не ленивец. Я делаю видео про смешные ошибки. Загляни-ка в свой телефон. Ну и что там? Опа, чё за номер? Алло, алло. Я это сейчас шрит. Мы украли. Я это слышал в первой серии. Это вы опять? Шкалеры? Ща в окно загляну. Ах вы паршивцы! Я вам устрою, блять! Загляни-ка в свое окно. А что там? Эй-я. Не... Конец третьей серии. Ну ладно. Всем пока, дорогие друзья. Ждите новые серии.